БТР-3.1 построен на базе советского БТР-80. Его характеристики: масса 16,5 тонн, экипаж 3 человека, десант 6 человек, длина 7 метров 65 сантиметров, ширина 2 метра 90 сантиметров, высота 2 метра 86 сантиметров. Скорость 100 км в час. Запас хода 600 км. Запас хода по бездорожью 360 км. Скорость в воде 8 км в час. Данный бронетранспортер хорошо себя зарекомендовал в бою. Обеспечивает защиту от попаданий из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. Предназначен для выявления, распознания и поражения наземных и низколетящих целей.